Привет, привет. Привет, привет, друзья. Сегодня мы играем в игру Бетти 2. Бетти 2, сбежать из детского сада. Да, Денька? Смотрите, вот я иду. Куда нам идти? А, мы туда идти, да, папа? Смотрите, как у нас прикольно сделано. Здесь ой, уже ой, назад надо. Летающий ой, ранец. Идем назад. Давай ой. Проверим, летает? Ой, тут, ой, тут тупик. Ой, я туда не тут. Папа, не типа, так я вот тут тупик сзади, я уже не могу пойти. Так, смотри, вот, играть, заходи. Денька на джойстике играет. Я попопаю я. Это игра с Poppy Playtime 3 связанная. Здесь и хаги-ваги, здесь все должны быть. Так, уже кажется страшно. Смотрите, вот это мы сейчас нас поймают. Зачем нас должны поймать? Ну смотри, мы сейчас упадем куда-то. Не знаю, это уже... Это ловушка была. Это Денька. Чтобы мы не зашли. Кошмар. Ух ты, вот мы. Смотрите, ух ты, смотрите. Видите, детский сад 2. А это, наверное, страшная такая будет это. Так, исследуйте детский сад. Нам надо исследовать. Посмотрите, у него уже такой коврик. Вау, есть. У нас коврик такой есть. Классный. А посмотрите, как бы эти делать. Как? Вот так, да? Так, ну пошли, пошли, исследуй, исследуй. Он, наверное, проверь. Что-то на голове держит. Угу. Вот тут на голове. О, тут даже... И, ну, смотрите, если я вот так потихоньку иду, ух ты, я могу... О, смотри, так это мы больше так в тюрьме, да? Нас заперли. Ух ты, смотри, я тоже не могу идти. Конечно, да. Ну давай, на джойстике, давай, давай. Ладно, я на джойстике. Давай. Так, куда нам идти? Так. Я не знаю, куда нам давай. Идти. А, может, там туда надо идти. Давай, проверим. Так. А, чего оно выпадает? Давай так. Вау, мы под низ, да? Подниз. Может, мы что-то найдем здесь, а? Давай не посмотрим. Знаю. О, смотри, открыть. Что мы забрать? А это что? Новый предмет мы взяли. Только я не успел прочитать. А, это топливо. Мы взяли еще. О, видишь, для чего нам нужно было? Давай я пойду. Так. Давай я на шестики пойду. Давай, давай. Постой, я пока еще не умру. Все, можешь, пошли, пошли. Так, только не спеши, не спеши. Вот такая, ух, аж страшно смотри. Становится. А, я понял, надо по стрелкам идти. Вот конечно, там. Да, по стрелкам. Смотри, смотрите, открой, открывай, открывай. Видишь? Ничего нету. Точно ничего нету? Нету, я точно. Ничего не вижу, значит ничего нету. Так, давай посмотрим, что мы можем еще я исследовать. Я даже помню, мы послали вас туда еще, иначе нам надо туда. И да. Нам надо нажимать на кнопку. Давай. Так, смотрите, нам надо нажимать на эту кнопку. Не спеши, не спеши, о. Не спеши. А, так оно все равно. Не трать топливо. Так. Топливо не буду тратить. Куда нам идти? А, не спеши. Я понял, вот тут будет такой... Похоже, походу, тут будет такой садчик. Смотрите, на картинке нарисовано, что это вот будет какой-то тут садчик. Открываем, да? Смотрим. Я понял, вот тут, наверное, уже... А почему ничего нету? Так, смотрите, я не могу понять, это у нас командная игра или каждый сам за себя играет, а? За себя. Это не командная игра. Ух ты. Можно так делать, да? Кого-то впускать, получается. У нас фонарик есть? Наверное, у нас нету фонарика. Нет у нас фонарика. Я не вижу, куда нам идти. Я тоже не вижу. Да, ух ты, смотри, он с фонариком. А почему мы без фонарика? Не знаю. Давай, пусть он нам светит. Может сюда? Ну, пошли сюда. Ух ты. Экипировать. Это улучшение. Так. Нет, это магазин у нас. Нам надо фонарик. А где фонарик? Ух ты, смотрите, в самом начале, видите, как это было? Добро пожаловать. Детский сад. Так. Использовать. Ух ты, а что мы нажали? Тут будет такой заяц. Выскочит он. А ну, что нам делать? Выходи, выходи, выходи. Вау! Вау! Кошмар. Они совсем не страшные. Такой, конечно. Познакомьтесь, Чи и Ча, я не знаю, наверное, Чи и Ча,
ночи и час. Так, смотрите, мы опять здесь. Давайте подумаем, чтобы опять мы поняли, что нам делать. Так, использовать. Это у нас что такое? Магазин? Ага, мы опять. Походу надо тут купить. Ага, тут сверху, смотри, что мы, да, соединили провода. И что случилось? Ага, мы тут открыли, да? Не, отсюда мы пришли. Денька. Чего у нас фонарика нету? Друзья, напишите, почему у нас нету фонарика. Как его активировать? А, вот, смотри, у нас есть фонарик. А ты говоришь, что нету фонарика. И у нас вот цель даже. А что это? Это стрелять? Это стоять наполовину. Прикольно. Ух ты, смотри, тут теперь все видно. И это, наверное, чтобы... И это, наверное, чтобы паутин пускать. Да? Да, наверное. Ну, смотри, оружие, видишь? Можно взять такое еще оружие, мы взяли рогатку, так. Что еще есть? Это магазин, да, уже? Да я еду, еду. Куда нам еще? А, походу, нам больше не надо. Ух ты, смотри, дробовик. Так, а ну давай. Сможем его взять или не сможем? Можно такую рогатку взять, рогатку. Вот, видишь, какой, смотри. Смотри, а рогатку мы можем взять? Ага, вот, а он платный, не, а рогатка у нас уже есть. А, рогатка у нас уже есть. Так, теперь нам надо, вот, что-то использовать. Смотри. Вау, посмотрите! Мы попали в этот, в спортзал, да? Для детей. А колонки, как у Дениса в садике, такие висят. Большие. Нет, у меня совсем не такие, у меня не уже такие? Другие. Они совсем у меня духие, даже с проводами. Они ничего меня... себе. Они у меня совсем... Вы разблокировали тренажерный зал, Денька. Смотри, как классно. А, что такая за музыка такая? Не знаю. Какая-то старая музыка. Ну что, пошли туда? Ну пошли. Давай. Ух ты, это туда же есть, это есть. Прогресс задачи. Смотри, у нас загрузка идет новой комнаты. Это прям такая игра, такая навороченная, наверное. Скоро. Вы можете тренироваться на этой беговой дорожке, чтобы стать быстрее. А посмотри, тут тетя нарисована. Ага. Это тетя, которую мы уже видели. Исследуйте детский сад, побег из спортзала. Смотрите, у нас новое задание. Убежать из спортзала. Пошли. Ну и как тут убежать из этой спутки? Не стесняйся следовать место, так. Так что лучше найти их и верните в спортзал. Нам надо найти батарейки. Так, мы готовы это сделать. О, видишь, место для батареек. А сколько нам надо найти батарейки? Найди 4 батарейки по всей карте и принесите их в ящик. Подсказка, вы можете найти батареи внутри красных коробок и с иконками батареек на них. Видишь, такие красные. Так, найти 4 батарейки. У нас новое здание, друзья. Начинаем искать, да? Ну и что будет, если мы столько батареек набьем? Не знаю. Так, давай. Давай сразу следуем спортзал. Пошли сюда. Ой, я думаю, нам больше. Так. А, мы уже тут были. Ага, мы сюда пришли. Мы активировали, да? Так, а может мы здесь зайдем? В эту дверь. Наверное, мы да, пробовать. А, тут нельзя. Закрыто. Это, да. наверное... Ух ты, смотри. Какой-то кубик, наверное. Кубик? А зачем нам кубик? Мы же надо все тут забивать. Ага, так, бежим дальше. Так, друзья, побежали, я там был. Ничего там нету. Нам надо вернуться сюда. И, вау, смотри. Вау, вот забрать. Батарейка. Одну мы а взяли. А что там мы не видим батарейку, мы его не взяли. Так, давай здесь посмотрим. Ничего. Ага, мы уже... Ага, мы уже тут были с зайчиком. Познав... Ну, с этими... С этим ча. Смотрите, как мы... Это... Вау, еще один! Ага. Еще один, мы... Ха-ха, друзья! Вы еще вас не... О, смотрите, кто-то ходит. Интересно, он на нас нападет? Кто знает, напишите в комментариях, кто это такой. Смотрите, он нас видит или не видит? Будем проверять? Или батарейки еще? Батарейки будем искать. Чего на батарейки не искать?
На что ножи подойки? Так, давай одну поставим. О, смотрите, что за девочка такая. У нас одна есть. Так. Есть у нас. Давай проверим синюю дверь. Так же туда еще можно зайти. А, туда тоже не, нельзя. Нельзя. Пошли дальше. Может оно откроется, когда мы все батарейки найдем? Не знаю. Так, смотрим. Здесь мы, смотри, особо ничего не смотрели, было темно, да? Ух ты, я видел розовый какой-то кристалл. Так. Вот, види. Смотрите, какой тут кристалл. Это магазин. А посмотрите, какой тут кристалл. Ага. Можешь взять кристаллы? Не, они нам не надо. Оружие. А если они нам понадобятся? Так, смотри. Ух ты, давайте. Чтобы быть быстрее, надо тренироваться. Видишь, мы сейчас уровень повышаем свой. Ну сколько нам уже так идти? Так, кто из вас, друзья, занимается спортом, напишите в комментариях. А посмотрите, сколько напишите тут именно, ходить. Каким вы занимаетесь спортом. А посмотрите, сколько так духа туда ну, надо сейчас проходить. Мы вот по первый уровень прокачаем. Денис, расскажи, ты занимаешься спортом? Ну, занимаюсь. Вот. Даже в садике. У меня есть там физкультурка, лойка такая овальная. И мы там занимаемся спортом. Да, Денька дома занимается, у него специальная есть тренировка, да? И он проходит ее с папой. У меня еще и в садике есть. Ну и в музыкальном зале, я там уже танцую в музыкальном зале. Денька еще танцует. Мы учим танец. Давайте сейчас еще один уровень откроем, и нам хватит. Все, смотри, как он бегать стал. Так. Ух ты. Что за кнопка такая? Не знаю. Так... Вау, мы закрыли, папа, мы закрыли. Где? Ну что-то она... А, не надо бы на эту кнопку нажимать. А, я понял. Кнопка это чтобы закрывать и открывать. Угу. Ну я думаю, кнопка где-то запрятана там где-то. В тех комнатах, да? Она у нас спрятана где-то. Так, здесь так. Мы были. Смотри, ну пошли. Не, это там спортзал. А сзади? Там еще и зад есть. Пошли сюда. А, там дом. А, там мы там уже были, я забыл. Так, смотрим. Вот туда ходит. Друзья. Ага. Мне кажется, что кнопка там. Боже, не надо к ним ходить. Денька, ты испугался? Ты испугался! Так, познакомьтесь! Таким милым... Это получите прыжок от это. Так, папа, Денька, сейчас... а зачем мы к ней подходили? Сейчас, Денька, мы туда еще раз придем. А ты закрываешь глаза. Так. Так, ну все, открой. Открой. Я только сюда прыгну. Так, Денька, закрывай глаза, сейчас будет страшно. Так, дети, кто сильно маленький, закрывайте глаза. Вот, смотрите, здесь, ага, здесь кубик есть, видите, его можно забрать. Батарейки, ага, и вот проход, видите, туда забраться вверх. И там батарейка. Смотрите, как, вау, мы упали. Получается, если сзади идти, смотрите, Денька, это уже все. Вернуться в лобби. Так. Открывать. Открывай. Я ж надеюсь, мы не начнем с самого начала. Боже, у него эти глаза. Мы что, с самого начала?